Мой акварельный скетчбук. Привет, я Дарья Поздняк, и сегодня я хочу показать вам мой акварельный скетчбук и рассказать, почему это удобно работать именно в блокноте. Итак, у меня блокнот на пружинке, что очень удобно. Когда работаешь, можно подогнуть вот так вторую сторону, и очень удобно, компактно он помещается в руках. И второй момент важный в скетчбуке – это жесткая задняя стенка. Она должна быть обязательно жесткой, чтобы блокнот у вас в руках не выгибался. Формат А5, бумага 300 грамм, среднее зерно, не мелкое и не крупное. Бумага довольно удачная, кстати. Какие-то иллюстрации я рисовала по фотографиям, что-то я рисовала с натуры. Чем хорошо именно работать в скетчбуке? Ваши картинки собираются все в одной книжечке. Вам не нужно их искать по папкам, а куда-то складывать. Вам не нужно помнить, где они у вас лежат. Они все собираются в одном месте. Также вы максимально вкладываетесь в каждую иллюстрацию, потому что вам хочется завершить весь блокнот, чтобы он был весь полностью завершен, чтобы вам не было стыдно за ваши иллюстрации. Поэтому вы максимально все свое внимание направляете на то, чтобы довести каждую картинку до вашего максимума на данный момент. И последний момент мотивационный, что в конце, когда вы скетчбук завершаете, у вас такое удовлетворение происходит, что я это сделала, и у меня есть полностью готовая книжечка с моими иллюстрациями. Ее очень удобно куда-то брать, кому-то показывать, удобно с него сканировать, можно вырвать листы, оформить в паспорту и продать, например, поштучно, а можно скетчбук продать целиком, полностью, вот как такую акварельную книжечку. Как у меня и произошло, мой скетчбук купила моя ученица, и она будет использовать его для себя как мотивацию, то есть она хочет нарисовать полностью заполненный иллюстрациями акварельными свой такой же, и листая мой скетчбук, она будет вдохновляться, просматривать иллюстрации и набираться вот этой вот какой-то радости и вдохновения, чтобы приступить к работе над своими иллюстрациями. А вот этот тортик я рисовала с натуры в кафе «Шоколадница». Этот тоже с натуры. Сейчас у меня в работе еще два акварельных скетчбука. Когда я их завершу, я вам обязательно покажу. Это новогодняя иллюстрация. И вот эта последняя акварелька, сделанная на днях по случаю 8 марта, которая как раз и позволила мне завершить мой блокнот. На этом все. Я вам показала мой акварельный скетчбук. С вами была Дарья Поздняк, и до новых встреч!